Вот кто не знает, еще раз расскажу. Был такой обычай на Руси. Если в давние очень времена, если девушка не могла найти себе суженого на праздниках, в поселении, на каких-то вот... то выходили девушки на берег реки в определенный день, делали плотик импровизированный каждый и складывали на плотик предметы своего рукоделия, фрукты из сада, напитки, которые сама девушка делала. И все это отправлялось вниз по реке. И зажигалась маленькая лампадка, чтобы в ночи тоже эти плотики были видны. А юноши в селениях ниже по течению реки в эти определенные дни ждали, когда поплывут плотики. И если все, что было на плотике, нравилось юноше, он отправлялся в путь и находил ту, которую этот плотик отправил. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
Спасибо огромное. Браво. Спасибо всем.